Так, итак, сегодня мы трубочки, у нас трубочки крашены вот такими морилками. Это два ореха, но разных производителей. Орех «Радуга» – это акриловая морилка, не водная. А это «Вершина орех» – водная морилка, производитель «Вершина». Они совершенно дают разный цвет, несмотря на то, что название у них одинаковое. И в этот цвет мы покрасили трубочки наши, и в этот же цвет будем красить донышки. Донышки у нас заказаны из фанеры. Красить будем самой простой кисточкой. Я морилочку выливаю в ведерко и самой обыкновенной кисточкой покрываю. Сейчас морилочка впитается. После покраски, если хотите, можно залакировать на один разок. Ну вот и все. Все, ждем, пока морилка впитается. Если торопитесь, можно подсушить морилочку феном.